Вопрос к знатокам рояля Эстонии и вообще к специалистам. А что здесь делает вот этот вот штифт? Вот этот вот. То есть здесь все на месте. То есть никаких пропусков нет. Струны все оригинальные, заводские, здесь ничего не менялось. Вот они все уложены. Ну да, тут видно, конечно, проблемы, трещины уже пошли и так далее. Рояль грязный. Собственно, я и занимаюсь сейчас его чисткой, буду его ремонтировать. Там тоже все струны на местах. Все вот как вот с завода, все как есть. Но что делает этот штифт, я не понимаю. То есть это какой-то производственный брак или что? Или это какая-то конструктивная особенность? Что это такое? Кто-нибудь может мне объяснить? Откуда он здесь взялся? И для чего он здесь нужен? Спасибо большое. Жду ваших комментариев.